Удивительные вещи творятся, друзья. Оказывается, губернатор такого огромного по территории субъекта Российской Федерации, да еще и на границе, ну, грубо говоря, витрина России перед Китаем, перед Великим, тоже не последняя страна. У губернатора даже дачки нормальной быть не должно. А давайте-ка на беспилотниках полетаем над дачами других губернаторов, а не нашего вот молодого человека. Вы представьте только, он домой приходит, а там жена. И вот по профессии она, профессиональный вот разоблачитель лжецов. Представьте, как вот человеку живется. По-любому у него совесть есть, я вот уверен в этом. Поэтому отстаньте от человека, мне кажется. Да и тем более дача, походу, не его. Даже на Live News пошумели. Конечно, про Амурскую область можно было бы и что-нибудь хорошее показать. Так-то у нас много грамотных штук возможны. Ну да, то есть вообще предлагается, короче, жить своим умом, а сами чуть чего на беспилотничках вокруг дачи летают. Понятно, что товарищи Козлова хотят наказать за выборы. Вот бабки не ходи. Походу, что-то товарищ Козлов по чесноку решил выборы провести. Всякое бывает. Всякое бывает. Ну, дачка так-то интересная будет, в красивом месте. Вот так вот показали. Интересная дачка. Вот это мнение лично мое. Прошу считать его просто как комментарием к видеоролику Live News. Че, удачи всем! С вами был Роман Халиман. Всяческих вам удачи!